Итак, мои хорошие, 9 вторник. Не забудьте поздравить Ивана, Нила и Ферапонта. Теперь нам надо Ферапонта искать. Где мы его найдем? Смотрите, сколько у меня уже. Я вот приготовила хлебушек для моих красавчиков. Они уже ждут. Я думала, беленькая, а беленькой что-то нету. Куча всех есть. Вон беленькая. Да, моя хорошая прилетела. Смотрите, какая погодка. Времени 7 утра. Небо чистейшее. 25 градусов тепла в Петербурге сейчас. Так, неудобно разминать левой рукой. Ну, что делать-то? Прекрасная погода. Сейчас срочно пойду гулять. Я лохматая. Сегодня проснулась поздно. Ну, проснулась, наверное, полчаса назад. Еще вся такая сонная. Вот. Разговаривали с подругой. Можно сказать, полночи. Не знаю, она говорит, скучаю по Питеру, не могу, хочу в Питер. Короче, чуть ли не плачет. Смотрела ВКонтакте мои фотографии, что я снимала вчера, там когда-то, еще позавчера. Мои видео. Говорит, хочу домой, не могу здесь. Вот так вот. А вы говорите, двор страшный. Где же он страшный? Он такой прекрасный. Мои любимые. Это же просто... сказка. Че вы, двое остались? Наелись? Умные голубчики, любимые. Обожаю вас. Мои солнышки. Так что солнышко сегодня, мои любимые. Сейчас пойдем гулять. Пойдем гулять. Все, я их накормила. Только мне надо окно закрыть. Потому что они здесь зайдут и начнут у меня хозяйничать. Пойдемте, мои родные. Хочется прогуляться. Так, теперь надо найти ключи. Где же у него кнопка? Помните? Ури. Из этого, из электроника. У меня голос еще сонный. 25 градусов. Тепла на улице. В Петербурге сказка. Парадный выходишь, сразу такой классный воздух. Свежий, прекрасный. Доброе утро, мои родные. Привет. Всем прекрасного дня. Хотела с вами поделиться. Заблокировала я Ольгу. Вы мне большинство советовали, сказали. Почему ты ее не заблокируешь? Почему ты ее не удалишь? Ну да, она выливает свою какую-то агрессию, пишет то, что у нее в голове. Ну, хотя я так думала, что каждый пишет то, что у него в голове. И это его право. А когда она уже начала всякую гадость писать, то мне это вообще не понравилось. Ну... прямо вплоть до оскорблений. Зачем такое писать, непонятно. Вот. Когда про меня, например, это еще куда ни шло. Когда она начинает
гадости писать про других людей. Не, я не хочу. Мне это не интересно. Сколько людей на улице? Сколько мы с вами гуляли дней? Не было вообще людей. Вообще. А сейчас улицы, можно сказать, забиты. И это утро, 7 часов утра. Понимаете? Так что 7 утра и такая жара. Вот я сейчас иду, а мне печет в спинку. Ну, довольно-таки жарко, правда. Не знаю. Там вон девушка на велосипеде, прикол. Не знаю, сколько градусов. Я посмотрела, что 25. Вы видите, все улицы в людях. Прикол, как это мне непривычно. Потому что я много дней ходила, и все улицы были пустыми вообще. Как будто я одна в городе живу. Сейчас иду. Человек. Только тут, наверное, человек 20. И это очень много. Непривычно. Везде люди, везде абсолютно люди. Куда ни глянь, в любую точку, везде люди. Красота! Ладно. Я иду в Дикси. Что-то мне захотелось сыра. Или сыру, как правильно говорить. Не знаю, вы все время меня поправляете, что я что-то там неправильно говорю. Вот, вчера тоже жаловались, что я сняла видео, и там все шумит. Вот. Машины. И плохо слышно, что я болтаю. Не знаю, мои любимые. Я дома посмотрела видео. Довольно-таки слышно, что я болтаю. Ну, правда, у меня колонки. А, наверное, многие смотрят на других носителях, ну, на телефонах, еще там на чем-то, и им действительно плохо слышно. Вот. Вообще так классно. Люди все ходят в платьичках. Рань такая. Вот. А уже жарко. Реально уже жарко. Не знаю, мне хочется помидорчиков. Сейчас посмотрим. Есть ли тут помидорчики? Да вроде есть. Да вроде есть. Помидорчики. Даже, можно сказать, приличные. Класс, я захотела. А эти розовые. Я люблю, конечно, розовые. Но мне и эти пойдут с радостью. Вот, постойте тут в грибочках. Секундочку. Хотя я научилась, можно остановить. Целая помидорчики. Кабачок. Идемте дальше, мои хорошие. Вообще все раздеты, так непривычно. Прикол. Что, у меня кефир есть? Не знаю, что я хотела еще. Что-то хотела. Я хотела творожную массу. Я покупала, она такая вкусная. Что-то я ее не вижу. Творожная масса. Вот она. Вот она. Такая мне так понравилась. Очень вкусная. Давайте посмотрим число. Да, 6-20. 5-6. Давайте посмотрим, что там дальше. Сырок творожный. 23-5. Надо
Беру опять, я корзинку не взяла, как мне Любушка советует. Так, мне надо взять хлеб, если Юлька приедет. Ну, я не знаю, приедет она или нет, а хлеб пропадет. А чем пропадет? На крайняк выкормлю голубкам. Как вы думаете, мои хорошие? Вода у меня есть. Не знаю, короче, что взять еще. Подумаю насчет хлеба. Не надо сигарет. Пришла я на кассу. Вот хлеб не взяла. Ну, такие же, только кабачки. Этот как его? Вчера честно разобрали. Помидоры, рулетик такой с матом и творожную мусс, творожок и сыр взяла, если подруга захочет. А потом куплю ей хлеб. Пока нет. Водянка у меня очень болит, потому что натерла в тех кроссовках, в которых я ходила. А сейчас даже вот я в сандалях, а она все равно на нее конкретно попадает. Хлястик, как он там называется? О, перышко от Ирины Хинди Лайф. На счастье. Вот. И очень-очень больно. Вообще все люди раздеты, так непривычно для Петербурга. Такое чувство, вот только недавно тут лежал снег, а сейчас я ходила вся запутанная, а сейчас все девушки раздеты. Какая красота! Столько людей, вы видите? Очень много людей. Тут стоит прохладный ветерок. Пачка у меня на 500 рублей ровно. Купила сырок. Попробую, если вкусно, тогда буду его покупать. Творожок. Вон там женщина в окне. Поливает цветочки. А, все, отошла. Я не успела с ней. Такое утро у нас, мои любимые, солнечное, прекрасное утро. Люблю вас, мои хорошие. Вообще, какая красота. В Петербурге это очень так чувствуется, когда жара. Вот когда больше 25, все, начинается баня. Парилка конкретная. Хотя вот в домах нет такой жары, потому что старинные дома, вы сами видите, внутри в них прохлада держится. Хотя вот у людей есть кондиционеры. Вот так вот. Так что... я купила сыр. Если подруга приедет, то она без сыра не может жить. Но я сыр не ем. Ем очень-очень-очень редко. Не знаю, могу так ломтик съесть, но как-то он меня не вставляет. Я больше люблю творог, хотя на вкус и цвет товарищей нет. Вообще красота. Солнышко вообще печет. Боже, как они ходят в джинсах, я не знаю. Такая у нас жарина, мои хорошие.
Такое у нас утро. Всем прекрасного утра. Волшебного дня. Пока-пока.